ты! Ребят, подъем не сильно крутой. Здесь ПГС, песчано-гравийная смесь. Мы здесь летом катаемся, приехали на берег Сакмары покататься, провести время. Электронные помощники помогают. Интересно, летняя резина. А ты уже отравился, нет? Нет. Наконец. Стравился. Ну тут я думаю даже пробуксовок не будет. Ну, хотя нет, смотрите, самоблоки установлены. Правое переднее колесо упирается, то есть основную сложность. Ну да, вот эта шишка не дает. Нет, но все равно, да, электронные помощники как помогают. Вообще супер. Красавец! Два самоблока, не блокированный, шипованная резина. Бампера, металл, риф. А он, по-моему, на шишку сел. Он на шишке сидит. Ай. Так, сейчас.
на той шишке виснет, да. Да, она вон там повисла просто колеса. А там без блокировки. Да. А ты напомню, ты пороги в двух словах. Он фидан варил с профтрубы 100 на 100. Ресивер сделан. Для чего? Ну, если травиться, можно будет с одного порога эти два колеса подкачать с того порога. И сколько туда набирается? По 10 килограмм. По 10? Супер. А толщина металла? Тройка. Троечка. Ну, это, получается, вечные пороги? Ну, да. Ну, как рама, получается, сделали. Ну, да. И что, кузов сейчас не играет? Или нет? Только вот это усилено? И все? Или еще что-то усилено? Ну, то, что это полунезависимая подвеска сзади моста. А. Через V-образный рычаг. А, вон ты как сделал. Ну ладно, спасибо. Ну что, седан у нас травился. И решили покалечить. Но здесь, ребята, я не знаю, это, мне кажется, невозможно. Невозможно заехать. Охренеть. Ребята, круто! Легко? Ты что так легко заехал? Надо побуксовать. Перезаезд. Вот. Да-да-да. Вот, по-честному. Здесь интересно, диагонал. Вот что значит тяжелая машина, да, это? Ребят, смотрим мой автомобиль. Липучка. Угу. Давай, поехали. Посмотрим, как работает. Ты сейчас что, заблокировался? Ой, сразу 4 стало крутить. То, что в коробке самоблок стоит, а маленький преднатяг и не вывозит. По трассе нормально выезжает, а вот когда в нагрузку, не хочет ехать. Так, сейчас что, ты заблокированный? Интересно. А ты на повышенной? А давай повышенную и побольше оборотов ей дай. Назад. Так, вот, смотрите, колесо, видите? Зажимает колесо. Вот, смотрите, видите? Прям зажимает его. Надо колеса меньше ставить. Колеса меньше ставить. Давай! Ну и поснимать, конечно. Липучка? Нет. Нет,
Первая пониженная. Прям в натяг, поехали, попробуй. Чего, поехали. Нам интересно. Мне самому интересно. Маленький Бигфут. Сзади 100%, впереди самовок. Тапочки очень большие для этого автомобиля. Очень сильно. Ребята, лайк однозначно. Молодец. Стой! Лёха, бампер! Ёб твою мать! Бампер! Чертям! Это оторвал! А, средняя? Нет, не оторвал еще. Хотя оторвал, Лёха. Пока не совсем. Смотри, ёб твою мать. Волна 5 по этому. Да, он, да, вот этот край уперся. Да. Во, вот так лучше. Опять придется видеть. Да, вот Нива Урбан Дастера с этим вот проблема есть, конечно. Да уже поздно. Поехали. Все, езжай. Отрывай. Была лишняя заслуга. Просто ему назад нельзя ехать теперь. Заедет. Стой тут с тобой! Да он лопнул, там ничего не сделаешь, ребят. Хотя бы на проволоку привязать. Третий сигнал. Первая пониженная. Обратно ворачиваешься. Поехали. Динамический трос. Заодно посмотрите работу динамического троса. Смотрите, на старом Патриосе свободный дифференциал. Ну, то есть крутите те колеса, которым легче. Здесь электронные помощники помогают, видите? Помогают. Но резина лето и МТ. Здесь вот смотрите, как колеса работают.
видите, как колеса работают, а эти стоят, потому что свобода дифференциала. Туарег, УАЗ. Ребята, у нас снег пошел. Но он будет закапывать, что там, МТ-шная резина. Сам чуть не грохнулся. Где? На, у тебя автомат? Газ-палас. Автомат? Да? Ну давай, пробуй. Газ-палас здесь не помогает. Да ладно, уставший. Дотянет, нет? Ты смотри, 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 пошел, пошел. Красавец, красавец. Давай. Вот это супер. Тут просто не надо стесняться. Красавчик. О, молодец. Так, нашли новое интересное место. Вот Максим попробовал. Подъем. Скользко. Так, и заехать самостоятельно у него не получилось. Назад не вариант. Вперед не вариант. То есть мучился. Не получилось, да, Максим? Не фартануло. Так, зацепили. И потихоньку, помаленьку. Все. Вот, видите, как сносит. Так, а УАЗа там тоже ехать некуда. Ну, в принципе, за дерево. С Дашей в ту сторону поедем. Так, вот здесь будет вообще интересно, ребята. Очень будет интересно. Так, приехал Туарег на этот маршрут. И у нас уже трудности. Я думаю, что прижался он к деревьям. Очень скользко. Погода ноль.
снежок есть. Не-не, стоп, стоп, тебя утаскивать надо уже. Все. Интересный маршрут. Пробуй, пробуй, пробуй. Не, все, сносит к дереву. Надо вытаскивать. Давай. Ну и все. Теперь... Не-не-не, там дерево сзади, смотри. Да. Ну давай, рывок. Да нет, ты что, там бесполезно. Бесполезно. Ты смотри, что, красавчик. Ты к дереву едешь. Ой-ой-ой. Все нормально. Нет, никто не едет. Стой, давай назад, еще назад. Рывочек. Ой, блин! Стой, стой! Да ладно! Ладно! Ёлы-палы! В прошлый раз бал, блядь, сядь крыло! Ты смотри, чё. Это должно происходить. Надо отцепить, главное. Тебе назад надо, я вперед не могу! Чисто, чисто, давай. Рез! 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 Так, ну что, Антоха? Стопроцентная задняя, передние самоблоки. И все. Результат один, да? Снесло? Давай посмотрим, получится у него выехать. Снег мокрый. Не получается. Все, Антоха. Уклон и скользко. Мокрый снег, температура 0. Ух ты! Да ладно! Нет, там как чилистка происходит. Ай-яй-яй! Снесло! Мне! Тогда потихонечку! Липучка! Поехали вперед! Давай сейчас подержу! Подтолкнуть надо, что стоит! Да так все хорошо было! Да! Да, подтолкнем сейчас, может быть! Поей! Все, опасно, опасно! Мягкий шакал, на, сам одень. Держи, вот это, засовывай сюда. Смотри. Это одевай на шишку. Одевай. Не-не-не-не. Ну, в принципе, да, вот. Вот так вот. Мягкий шакал называется. Машину давай, держат. Потихоньку. Да, ребята, липучка в этом месте. Ну и мягкий шакал, посмотрите, как отработает. Давай, 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 давай. Стоп, стоп, на трос, назад, назад. Да не надо ничего. А? Давай, Антон. Тихо. Ну давай, вправо бери, да и все. Давай сам пробуй ну, выезжать. Да подожди. Давай. Нет,
Нет, назад давай. Нет, надо давай, только сюда давай. Один процент цепануть. Ага, давай. Давай, Антон, потихоньку. Не, липучка не едет по мокрому снегу. Давай, поехали. Давай, поехали. Ребята, липучка по мокрому снегу не едет, не едет. Ну что, у вас на МТ? Ой, ёлы-палы. Ты, что-то опасно было. Надо повторить, забыл записать. Не, в принципе, метр где-то туда. Нет, давай руль, руль сюда, Финан. Его сейчас снесёт, Ром. Здесь уклон большой. Ну пусть попробуй, потихонечку попробуй. Не, все, тоже. Да нет, 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 зацепа ноль. А это толкнем, попробуем. Сейчас толкнем. Давай. Раз, раз. Еще чуть-чуть. И чуть-чуть. И еще. Бляха, да? Все, поехали. Нет, надо рывок. Давай назад чуть-чуть, чуть-чуть, давай назад. Все, стоп, давай. Стоп, назад, 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 назад. А теперь сейчас я перееду. Да нормально, дерни, давай назад чуть-чуть. Зеркало даже вправо. Так, готов? Поехали. Шевролет у нас решил. У нас только Антох смог проехать. Нет, шанс есть у него. Давай! Молодец! Ничего не боится, а? А вот это может не получиться. Ну, неплохо. Тихо-тихо. Нет, нет, он... О, нет, нет. Не-не-не! Валер, блин, дофига скатываешь. Да. Ой, смотри, куда поехали. Нет, здесь уже сложно. Все, Валер, назад, 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 все. Назад, хорош. Нет. Вот, пошел. Короче, тяжелый случай получился на данный момент. Валер, еще назад. Еще, еще, еще скатывай. Лебедочку разматываем за дерево. Медленно, но очень уверенно. Прям очень уверенно. Сейчас чуть обороты подаст, его раз сразу сюда снесет.
Ух ты! Лебедку пересопели. Все. Ребят, приехал товарищ Виталий на короткой Ниве старенькой. Мы ему устанавливали два самоблока от доктора Драйва. Приехали вот на эту локацию, где сейчас все буксовали, и я не смог проехать. У него установлена узкая зимняя резина шипованная. Если он сейчас здесь проедет, продаю свою резину 215-ю, ставлю заводскую. Вот такие дела. Смотрим. Ёлы-палы. Это вот что было, а? У него и зацеп уже был. Перезаезд. Давай, давай. Не знаю. Не может быть такого. Нет, морозец немножко чувствуется. Возможно, подморозило. Возможно. Да сейчас его снесет вообще. Да нас тут все, мы все туда приклеились. Нас, блин, всех, ну, нас всех сносило, понимаешь? Ты как заезжал первый раз, потихоньку заезжай. Так за вас здесь не надо вообще. Вот, нас так всех сносило. Мы там все были. И очень долго мы здесь были. Давай, давай, не, ровно газ держи. Сейчас дави там. Давить не надо, наоборот. Сейчас опять снесет. Смотри, смотри, фонарики неплохо светят, да? По крайней мере, еще сильно не носит. Но тут резина, ну, широкая. Да она не нужна широкая. Да вот там-то и вопрос. Давай, 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 ровно, ровно, ровно. Вот тоже разница. На синей Ниве два самоблока, зацеп есть. Здесь обычный, давай, то есть, ну, дифференциалы, то есть никаких блокировок нету. Будут крутиться колеса те, которым легче. Разницу почувствовали, ребят? Самоблоки, блокировки. Вот, по диагонали колеса нагружены, они стоят, не крутятся. А те колеса, которые легче, видите, они масла относят, видите? И 511. Так. Туда взял, надо было чуть-чуть сюда брать. Ну ничего, тема интереснее. Господи. Вот, смотрите, что происходит. Тут ни одна машина не выйдет. Вот, смотрите, держим. Ребята держат. Зацепили. Трос за УАЗ потихонечку потянем. Давайте посмотрим, что получится. Давай, давай, поехали. Так, здесь пока нормально. Сейчас, секунду. Федан, потихонечку поехали. Потихонечку, Федан. Хорошо. Отлично. Все. Еще, еще. Да все равно, вот даже сейчас вот отсюда заехал, люди идут скользко, да. Согласись? Да. Так, ну Антоха, тоже широкая резина. Там говорили, газу больше. Блокировки, куча.
Я не знаю, может быть и подморозило. Возможно, подморозило. Не захотел. А? Как считаете, подморозило или нет? Почему легче машины пошли? Нет, чувствуется это. Даже сам там ходили, он это, да? Ходили, а здесь он цепляется ногами. Возможно, возможно. Да? Такое, да? Скорее всего. Подморозило. Ну ты видишь, как я проехал легко. Так, сейчас вон тогда китайцев посмотрим. Так, резину я не продаю пока. Ну что, давай-ка про резину расскажи. Что у тебя, шипы, да? Ага, только... Да какая разница, шипы-то есть. Но все равно... И не едет, да? У меня получилось проехать. Ну давай толкнем, ребят, попробуем. Давай. Поехали. Давай, давай. А, нет, все. Нет, все, его к дереву. Короче, надо цеплять. Ну что, смотрите, китаец вообще в дерево уткнулся. Антоха там. Пробуем. Два троса. Так, не получается ехать. Проблесно. Ну-ка, качни, давай, качни. Нет, все. Ага. Давай еще качни. Нет, да все, давай, цепляй дальше. Вот препятствие нашли. Ребята, тянут. Ты, мы собрались чай пить уже, хорош, а? Все. Ты зря назад сдал. Лучше бы пониже на территории пошел. Зачем остановил? Где он сейчас? У него внизу. Давай, давай. Ага, ага, пошел. Бля, ребят, скользко, подъем. Резина перезевая, АТ. Над тросом не ходи. Нормально, я же видел. Давай, дергай, сильней. Давай. Пипец. О! Ой! Так. Вот с этого места. Стаскивает. Ребята, тянут. Все, левее руль. Наконец-то, все. Так, ну что, едем встречать Новый год. Время подходит, часики тикают. У нас тут уже почти все готово. Пострел, пострел.
Счастья, самое главное здоровье. И подписывайтесь на канал Нива 007. С Новым годом, с наступающим. Всех благ, всех счастья. Все, слева. Давай. Давайте. Новым годом, друзья! Давай, всех спасибо! Благ. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Спасибо!